Всем привет! Очередной влог. Так, идем в хоккейный город сейчас. Мы в здание идем в этот? Да, в здание. Хорошо. Парням из СКА привет! Ребят, в магазине Хоть Клаб появилась офигенная скидка для моих учеников, имеющих абонементы, 15%. Скидка действует на экипировку от Варио. Также у них появились новые клюшечки. Да, и скидка действует и на остальные товары. Клинский ботинок. Советский, русский, не такое вот дерьмо, которое за миллион вы покупаете. Лезвие у нас не такая была, а была ЛЗ ленинградская. Собрались мы здесь, конечно же, для наших любимых подписчиков, для Артема любимых подписчиков. У нас сегодня 3 челленджа, а какие, мы расскажем чуть-чуть позже. Пообещал подписчикам, что похудею, уже вроде скинул. Но хочу дальше, хочу прессик, хочу мышцы, хочу... Сказки рассказываешь, хлебцы он ел, из месяца в месяц, на хлебцах он сидел, которые по 100 рубасов. Сразу рассказываю что-то. Ребят, первый челлендж, круг на скорость. У нас большая площадка сегодня, поэтому проверим, кто быстрее. Возможно, в этом челлендже я аутсайдер, но я постараюсь. Постараюсь победить Саню. Обежать прямую за крайнюю фишку и сюда прямиком. Сюда, и это все. Так фишки, да? Да. Ну здесь я. Ты ко мне раз, я скорость. Ну давай. А, я первый? Да. Веду? Я тут реальный победитель. Я сейчас ему времечко задам и все. Что говорить? Старт, внимание. Хоп! Ну не МакДэвид, конечно. Замечание можно? Да. Замечание. Сила у тебя, подожди, сила у тебя больше. Но человек, который, по-моему, вот это. Да. С камерой? Лучше, да, он правильнее тебя катается. Ты пойми меня, ты сильнее, быстрее. Но он правильнее, он собирает ногу, ноги. Так, оператор, не снимаю. Еще 10 минут. Да, на три. Раз, два, три. Точка 67. Да блин! Ладно. Я даже не буду переделывать. Я знаю, что я проиграю еще раз. 1-0. Саша ведет. А правда, что Артем техничный? Правда, правда, правда. Очень правда. Так а че вам, блин? Мы, получается, вместе играли, наверное, лет до 14. Потом Тёма уехал. Он начал записывать эти ролики, где он, ну, фристайлит. И, конечно, у него это, ну, вообще супер получается, конечно. Я больше чем уверен, даже сюда пригласить Кросби, МакДэвида, они даже этого не сделают. Он реально крутой, у него руки реально крутые. Вот так вот. Так, Сань, смотри. Я тебе уже рассказывал про МакДэвида и Хейбаргера. Да. Мы сделаем круче,
Hi, America. Oh, hello, America. Передай по-английски Hey Barber и Макдэвид. Well, hey, hey, Barber. Артём wanna say hi to you. Задача в чём? Сделать максимальное количество восьмерок за 30 секунд. То есть мы будем считать. Это раз. То есть каждая... Делать как хочешь или обязательно вот так вот? Как хочешь. Я так делаю. Два, раз, два, три. Я ладно, сказал, это фора. Не, но если честно, он 29.58, 29 восьмерок. То есть, секунду, грубо надо. Говоря, секунду добавь, 30 восьмерок. Давай. Честно, так честно? Нормально. Тяжело было? Нет. Поехали. Оп. Сколько? 24 раза. Сань, ну, ну я здесь был этот, как его? Да у тебя крюк лучше. Какой? У тебя крюк лучше. Ребят, кому... Ребят, кому за 16? Вспоминаем. Ставим фишечки. Задача попасть в нее. Но, давай договариваться. Смотри, если... Завозим ее, да? Что? Ну, завозим. Да, не бросаем, завозим. Завозим ее. Хорошо. И еще... Давай ему сейчас шайбу. Улетел шпион. Давай еще одно правило. Интересное, я с футбола это взял. Называется пана. Пана? Пана. Что это такое? Пана это когда ты пробрасываешь игроку в домик. Это за два. Два очка? Не, давай это за один гол. Это просто один гол. Короче, ты просто очко, это еще дополнительный гол. Да. Давай. Вот. Давай, давай, давай. Я уже боюсь, он мне пробросил. Я должен покататься. А играем за скольких голов? Ну, давай поиграем, чтобы честно, до 6. До 6? Ну да. Давай, договорились. Давай. На цифрах кто первый раз будет? Давай. На раз, два, три? Да. Раз, два, три. Раз, два, три. Три счет. Давай поменяемся сторонами. Че, ты устал что ли? Ну чутка, да. Так Артём на месте стоит. 3-3 счет. Я считаю, надо поменяться. Игра. Ой, бля.
Как я мог забивать, Сань, на самом деле? Ну, я знаю, я знаю. Но это не по-честному. Ну, я же тоже мог не обводить, а просто объехать, да? Все, давай, еще раз короткий кросс. Ла-ла-ла-ла! Снеговый дабл-дабл-G Snoop Dogg! Ты меня одеваешь! Какой счет серии? Что там? 6-5. Нет, с этим понятно. С конкурсами все? Да, 2-1, Тём победил. Вот он, приз. Это честь проиграть, как сказать. Сань, ну знаешь, ты просто... Ты мог меня, конечно, выиграть. Но пожалел, потому что знаешь, что я уже 8-й челлендж подряд проигрываю. Устроил мне подарок мне на Новый год. Ребят, ну наконец-таки я выиграл. Ура! Ребят, за это вы должны поставить лайк, подписаться. В следующем челлендже я устрою конкурс, если над этим роликом наберется 500 лайков. И я сделаю офигенный розыгрыш в Инстаграм с кучей подарков от Варёк. Договорились? Сань. Договорились, да? Звучит заманчиво. Заманчиво. Все, ребят, до новых встреч. Все, давайте.